25 апреля отмечается 105-летие со дня рождения известной джазовой певицы Эллы Фицджеральд. Широкую известность певица получила благодаря как сольным выступлениям, так и дуэтами с популярными джазовыми артистами, в том числе и с Луи Армстронгом. Критики утверждали, что леди джаз может великолепно исполнить даже телефонный справочник, если у нее будет на то желание. Фицджеральд выпустила 90 музыкальных сборников и неоднократно выступала в Белом доме. Но примечательным было одно из первых выступлений Эллы. Осенью 1934 года Фицджеральд представилась возможность выступить на конкурсе в театре «Аполло». На начинающей певице было надето единственное платье, которое хотя бы как-то напоминало сценический костюм. Элла очень испугалась и растерялась. Она с ужасом осознала, из-за стресса у нее пропал голос. Ведущий взял дело в свои руки, шуткой он отвлек публику и попросил зрителей немного подождать. Таким образом, Элла получила второй шанс, и она его не упустила. Фицджеральд собралась и блестяще исполнила композицию под названием «Джуди». Публика была в восторге. Зал буквально замер от восхищения. Конечно же, победительницей конкурса была названа Элла Фицджеральд. И в качестве приза она получила целых $25 и возможность целую неделю выступать в театре.